А что, все ушли? А надо вышибать, да? Надо всех. А, не вот так у меня сейчас встать. А, мы должны вас попадать. Да. А, я думала наоборот. И с круга не попадать. А куда ты бегаешь? А, дальше вышибли. Да, я вышибла. Потом еще слайдом, да? Вот двое должны. Мешу, да, это урок. Так, так ведь Даша надо меч кинуть, чтобы она вышибала душу? Да. Даша, лови мячик. Там, это не мяч. Ну что, остались у нас двое, да? Да. Немного ушло. Полина, хочешь что-нибудь? Ну, ходи пока. Ходи. А если они мячик поймают? Да нельзя, Даша, ты вышла. Да пусть бегает, пусть бегает. Даша, заходи, Даша, заходи в круг. Тогда я встаю уже в этот круг, меня будут вышивать. Понял? Анатолий Иванович, вы тоже вставайте в круг. Я тоже легче будет попасть. Я сейчас тебя точно в костер посажу. Еще не побольше. Я тоже. Я сейчас подойду в костер. Ага, сейчас двое должны вышивать. Да, я схитрила. Вышибай, Дашуль. Тём, это надо быстро, Тём, быстро прям. Не давайте им останавливаться. Бегом, бегом. Надо было поймать меч. Да, я поймала. Давай. Вышибла, вышибла. Труп. Сейчас бабушка даст. Поймал. Все выходим. Как поймал? Поймал от земли. Однажды раз задел, спряталась, видишь? Я тут еще прежде дома подожжу, где не то.